Здравствуйте, наши дорогие и любимые любители астрологии! Началась новая неделя, а это значит, что прямо сейчас специально для вас новый гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря в студии Анастасия Жигальская. Поехали! С 13 по 18 декабря растущая луна. Идеальное время для того, чтобы заставить финансы работать на себя. Сейчас можно открыть вклад, положить деньги под проценты. Выгодно купить акции или облигации. Если вы плохо разбираетесь в инвестициях, попросите помощи у профессионала. 19 декабря полнолуние. Без сожаления, в этот день расстаньтесь со старыми ненужными вещами, скопившимися в доме. Они мешают вам двигаться дальше. Дорогие и любимые наши овны, отношения с деньгами выйдут для представителей вашего знака зодиака на новый уровень. Вы можете сделать выгодное приобретение, начать копить или закрыть долги по кредитам. Отношения с родными будут чуть хуже. Старайтесь избегать ссор и первыми идите на примирение. Это поможет вам наладить общение. Дорогие и любимые наши тельцы, идеальный период для самоанализа в данное время для представителей вашего знака зодиака. Пересмотрите свои взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит попросить прощения у тех, кого вы могли однажды обидеть. Велик шанс забыть что-то важное. Делайте заметки, чтобы этого избежать. Дорогие любимые наши близнецы, лень будет преследовать вас всю эту неделю. Из-за этого могут возникнуть конфликты на работе и в семье. Сейчас нежелательно долгие поездки, перенесите их на другое время. Период также травмоопасен, поэтому будьте предельно осторожны. Дорогие любимые наши раки, советы, которые будут давать вам близкие люди, стоит принять во внимание. При возникновении материальных проблем не зацикливайтесь на них, просто не разбрасывайтесь пока деньгами. 19 декабря следует быть настороже, вас могут обмануть. Дорогие любимые наши львы, вопрос, который не давал вам спокойно спать в последнее время, наконец-то удачно решится. Зато возлюбленный вряд ли порадует, возможные разногласия с ним или даже расставание. Старайтесь больше отдыхать и меньше думать о делах. На работе возьмите парочку отгулов. Дорогие любимые наши девы, в начале недели представители вашего знака зодиака может ожидать приятный сюрприз, но вопросов после него будет больше, чем ответов. Ближе к середине недели вы станете рассеянны, что не может не сказаться на вашей трудовой деятельности. Начальство будет недовольно, придется исправлять ошибки. Дорогие любимые наши весы, звезды не советуют представителям вашего знака зодиака надеяться на окружающих сейчас. Любые важные проекты, начатые в это время, рискуют оказаться провальными. Зато планы, связанные с отдыхом, реализуются на ура. Лучше всего сейчас отдыхать в большой компании. Скорпионы, дорогие наши и любимые, если у вас еще не запланировано романтическое свидание в этот период, пора это обязательно исправить. Эта неделя подходит для признаний и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать за собой. Это поднимет самооценку и поможет поверить в себя. Дорогие и любимые наши стрельцы, у вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-нибудь авантюру, но звезды предупреждают, не стоит. Наоборот, период хорош для неспешных дел и решения текущих вопросов. Тем, кто на диете, стоит пожелать сил. Искушений сейчас будет очень много. Дорогие и любимые наши козероги, человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно подвести. Заранее готовьте запасной аэродром. Эмоции в данный период будут накалены до предела. Не срывайтесь на близких. Лучше в таком случае пойти в зал или на пробежку. Проведите время с пользой и внесите в свою жизнь как можно больше расслабляющих моментов. Дорогие и любимые наши водолеи, новые знакомства сейчас обещают быть крайне приятными и продуктивными. Не сидите в это время дома. Чаще встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия. На работе возможны стычки с коллегами. Предотвратить их можно, если сохранять нейтралитет. Рыбы, дорогие наши любимые, представителям вашего знака зодиака на этой неделе нужно постараться завершить все текущие дела.
После у вас просто не будет на это времени. Любимый человек может удивить. Будьте готовы сделать приятное в ответ. Только что вы просмотрели весь прогноз для всех знаков зодиака на текущую неделю. И, конечно же, в конце важный совет от астрологов, которые рекомендуют смотреть свой прогноз не только по солнечному знаку, но и по знаку асцендента, потому что именно он чаще проигрывается и точнее, а его очень легко рассчитать в интернете, если вы знаете свое место, время и дату рождения. Ну и пересмотреть свой прогноз можно на нашем YouTube-канале Слуцк ТВ. С вами была Анастасия Жигальская. Всем пока!